Коммунальные службы города ведут активную работу по очистке города от снега. От 4 компаний к уборке привлечены 82 единицы техники и 660 человек. Чистка ведется на 156 улицах и 18 направлениях. На данный момент уже использовано 1344 кубических метров сыпучих материалов. По своим направлениям работают 100% автобусов. Напомним, на балансе компании ЛТД «Турмыс», «Югдорсервис», «Байтерек ЛБ» и «СМД Курылыш» имеется 90 единиц техники. Здесь же работают более 1200 человек. В запасах у коммунальных служб есть все необходимые материалы для борьбы со снегом и гололедицей. Это 24 тысячи кубических метров песка, 3770 тонн технической соли, 44 тысячи литров дизельного топлива и 50 тысяч литров бензина. В зимний период для работников созданы все условия. Автомобильная резина заменена на зимнюю, печки в транспортных средствах полностью исправны. Также на территории компании имеются комнаты для отдыха и круглосуточная столовая. Сегодня очистили, вчера чистили, сегодня тоже чистили. Как вам сегодняшняя погода? Ничего, нормально, зима есть зима. Хорошо чистят, везде чисто. Для многих автовладельцев снег стал полной неожиданностью. Многие бросились покупать зимнюю резину. Она, кстати, заметно подорожала. По нашим данным, некоторые реализаторы подняли цену на 30-40%. На шиномонтаже длинные очереди. У нас машина много. Сутки не спали. До утра работали. До утра работали. Работники ЛТД «Турмыс» очищают вручную тротуары и перекрестки. Кстати, в Алматы многие рестораторы объявили необычную акцию. Они бесплатно кормят и угощают горячим чаем рабочих коммунальных служб. Возможно, наши предприниматели и сфера общепита устроят нечто подобное. В компании «Гринбас» рапортуют о том, что автопарк хорошо подготовился к зимнему периоду и никаких проблем у них снегопад не вызвал. Все автобусы вышли на линию согласно расписанию. Наша компания обслуживает население по 11 маршрутам. Все 203 автобуса к зимнему сезону были заранее подготовлены. К началу следующего года совместно с городским ахиматом планируется закуп еще 150 автобусов.